Необходимо совершенствовать и наше избирательное законодательство. На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица. Председателю Конституционного суда совместно с Центризбиркомом эти вопросы все нужно поднять и проработать. Посмотрите, возможно, нужны инновации, некие технические решения. Главное, чтобы не в ущерб делу. Подумайте о повышении статуса членов избирательных комиссий всех уровней. Они выполняют государственную задачу, и государство должно надежно защитить их от провокаторов и других агрессивно настроенных людей. Это принципиальный вопрос. Уже сейчас надо начинать подготовку к выборам депутатов местных советов. Они у нас первые в очередном избирательном цикле.